Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» сегодня стал местом боевых сражений. Здесь прошли показательные выступления пограничников в преддверии их профессионального праздника. Рукопашные бои, выступления кинологов с собаками, историческая реконструкция первых сражений июня 41-го. Что еще увидели гости? Дмитрий Боярович. Привычный военный пейзаж исторического комплекса сегодня в буквальном смысле граничил с праздником. Обладатели зеленых беретов пели военные песни, сражались в рукопашную, давали мастер-классы по охране границы. И все это на глазах у публики. Показывать все, на что способны, пограничникам помогали служебные собаки. Всего в подразделении их более десятка пород. В основном овчарки у четырехногих помощников, на счету около сотни задержаний нарушителей границы. Работает, вы сейчас это увидите. О, все, болевой шок. Нарушитель задержан. Любое задержание нарушителя необходимо работать по следу. Данная собака может брать след до 18-20 часов, поэтому без собаки не обойдешься. После выступлений кинологов и музыкантов линия Сталина превратилась в линию огня. Пограничники воссоздали сражение первого военного рассвета. У наших винтовки Мосина, у немцев танки. На все про все ушло по 2000 патронов. Правда, холостых. Сейчас за моей спиной происходит инсценировка военных действий. 22 июня 41 года приграничная застава сдерживает натиск немецко-фашистских захватчиков. Вон оттуда, с запада, наступают немцы на мотоциклах и бронетехнике. С двух сторон, от наших и от немцев, по 20 солдат. К слову, абсолютно все. Одежда, форма и техника, как тогда, в первый день войны. Постарались, насколько это более реально, детально показать, воспроизвести вот эту обстановку всю. Весь трагизм вот этих первых, самых тяжелых дней начала Великой Отечественной войны. Вот, ну, как получилось, так получилось. Пускай судят об этом зрители. Зрители, кстати, такому спектаклю в исполнении «Стражей границ» были безгранично рады. Впрочем, кого-то историческая достоверность напугала. Я как раз, когда взрывали, была внизу в бункерах, очень было страшно. Ну а кто-то итогом боя остался раздосадован. Плохо получилось, что русские не выиграли, но все равно за ними стоит победа. Так получилось. Впрочем, вкус победы каждый желающий мог ощутить, если не в инсценированном бою, так на полевой кухне. Меню здесь шутят пограничники, как в ресторане. Хлеб, чай, тушенка и, конечно, каша. Каша как приготовлена по рецепту с времен Отечественной войны. Дедушка прислал рецепт, и мы сделали. К слову, попробовать кашу и посмотреть на защитников рубежей приезжали из разных уголков страны. Вы на экскурсию сюда приехали, да? Да! А откуда вы приехали? А мы из Солигорска! Солигорска? Да. Первый раз на линии стоит? Да! Знаете, кто такие пограничники? Да! Обладателей зеленых беретов поздравлять будут в понедельник. Специальную праздничную программу традиционно подготовили во всех близких границах городах. Ведь, как известно, бывших пограничников не бывает. Дмитрий Боярович и Дмитрий Лойко, телекомпания СТВ.